1973 студенчество. Опять к земле взлетал Икар, и в просветленности страдания опять языческою данью на казнь вели еретика. Крестились птицы на лету, и, как уже не раз бывало, над правдой ложь торжествовала и зло топтало доброту. И книги вновь летели в грязь, толпа ликующе ревела, и от грязи этой пьянела, своим невежеством гордясь. И было тесно от химер и потных самоутверждений. Для лилипутских рассуждений лишь падший мыслим Гулливер. Но потому, объяв миры, жизнь рваться к солнцу не устала, что кто-то сходит на костры, похожие на пьедесталы.